А почему тут так мало комнат? Тут на всех не хватит. По 5 человек на одну комнату, короче. Это отвратительные условия. Я предлагаю прийти и написать заявление на то, что над нами издеваются. Над работягами. До сих пор даже вот не облагородили, так сказать, игровую площадку. Всего-то одна эта лесенка. Или как ее? Качели. Можете починить плойзу? Я не инженер по образованию. Добрый день, патрульный. У меня вопрос такой важный. Я тут главный, как бы, дворник на районе. Вот, заведую всем этим делом. У нас есть жалоба. Куда ее можно написать по поводу плохого жилья? Идите в мэрию. Предлагаю устроить митинг. Нет, несогласованный митинг, как бы, и тебя на 15 суток упекут. Еще и штраф паяют. Блин, конченый дебил строил этот город, если честно, подземный. Где ты, мэрия дурацкая? Мэрия. О, мэрия. Мэр, где можно составить жалобу? Не можно прямо здесь. Прямо здесь? Можно. Дайте листочек, ручку, сейчас буду писать заяву. Голосом. Ну то есть условно. Так, отойдите, пожалуйста, ребят, за мной встаньте, типа, я ваш представитель профсоюза. У нас 50 человек, ну, 30 человек, значит, размещены всего в 6 комнатах, как бы. Это, во-первых, пропаганда гомосексуализма, во-вторых, нам очень неудобно. Неудобно? Ну, это мы решим в ближайшем будущем. Я помню, вы так площадку нам обещали починить, как бы, до сих пор заклинила вот эта игрушка бедная, единственная. Качели заклинили. Мы не знаем, прораб спился. Яблоня искусственная, почему? У нас так каждый день, все в будущем, все на завтра отложено. Доколе это будет, доколе? Мы уже будущего этого не видим. Мы уже не верим в будущее. Сечины мои трепиты, типа кальни борошна. Короче, ребят, мы все понимаем, это бесполезно, пойдемте домой. А хочу напомнить, что это видео снято на моих серверах по SCPSL, так что если хотите попасть в ролики, то ссылки на сервера в описании. А также по промокоду BUNT вы получите до 15% скидки на все донаты на нашем проекте. Власти на нас, пофиг. Мне кажется, нам пора работать. Пойдемте работать лучше, да, на завод. А где работать-то, блин? Где у нас завод? Вот компьютер Intel Core. А, понял, в офисах работать. Слышь, парень, давай лампочку, он выкрутим. Давай. Да, тоже маленький слишком. Блин, спина ломит. Самый высокий, давай. Я не могу достать, но не достает оно. РП-10 встал близко. Охрана, может вы лучше пойдете, я не знаю, там алкашей ловить на площадке? Их там много развелось. Ловите, ладно. Там они качели ломали. Все. Нет, ну план захвата больше, прям все написано на... Я могу рассказать, так сказать. Пойдемте в каморку там. Для захвата Польши. Мне, значит, нужно. Килограмм х**ша. Полкило х**ша. 200 грамм как... И пару таблеток. Мы тогда просто улетим в эту Польшу. Прям все, что я писал, да? Да, там прям все, можете, в принципе, да. Куда ты ведешь? У вас тут уже человек. Да, это надо, это человек, который поможет нам. Ну давайте со мной, так сказать, на брудершафте. Ну еще разок, что одна бутылка, это так, мало для разогрева. Я так понимаю, просто третьего лишнего искали, да? Да, понимаете, ну потому что... У нас просто прошлый охранник куда-то делся, мы не знаем, где он. А, ну алкаши кончились, понял. Вот так человек. Да. А, так он лежит, по-моему, да? Умер, наверное, от передоза. Все, я напился, пойду домой. Вот, ребят, таблеточки. Вот возьми таблеточку, вдруг потом плохо придет. Давай. Активированный уголь. Нужно показать единственный аттракцион мэрии кому-то из рабочих. Вы хотите? Они все уже видели, что это говно не работает. Нет, аттракцион в мэрии. А, вы мэрии. Ну пойдемте, давайте, тогда возьму. ГСБ. Так, где эта сраная кошка-девочка? Сюда ее. Нам нужно один показать аттракцион и наш фирменный. Ну хорошо, без проблем, как бы. Я ше... Не важно, двоих тоже можно. Че за херня? Музыка готова. Так, отряд, платя оружие и сам стать в линию. Ладно. Давайте, включай меня. Я в предвкушении. Раз. Встаньте, пожалуйста, в линию. Три. Вот его. Так, отряд построится. Я свой паспорт выкину. Нахрена? Мэр, вас там зовут? Какие-то есть вопросы других людей?
Нет. Что, вы желаете остаться или идти? Ну, я думаю, мы пойдем и расскажем, как тут было круто. Ну, давайте, удачи. Давайте. Это они так нас подкупить решили, понимаете, понимаете, парни? Понимаю. Это жалкая попытка. Понимаем. Как бы я предлагаю вернуться нам домой, на нашу площадку, и я там устрою агитацию. Да. Угу. Так, куда? Тут даже указателей нет. А хуй знает бездомный. Где наш дом? Где наш дом, я не знаю. Осторожно, ёбом топнет. До сих пор проводку не починили его. Добрый день. Ой, отведите нас обратно на площадку. Там, где этот, как его... Это бульдом. Да. Блин, патрульный даже потерялся, ну пойдемте с нами, чё уж. Где уличное освещение? Вот ваш общак. На главной площади собираем. Ух ты, бля. Чё там вообще происходит? Вы что натворили? Я хотел мирную... Ну ладно, мирная революция в жопу. Да, дай сюда пушку, ребята. Будем, короче. Да, пролетариат. У вас есть оружие, господин Ленин? Нет, нет. Мое оружие — это слово. А телефон тоже? Телефон, мобила. Давай, давай мобила, давай мобила. Могу еще вот это дать. Могу еще очень полезную вещь, протеинчик. Все. Скидываемся, скидываемся на оружие. Всем селом снабжали. А что тут были за перестрелки? Ебала. Помер от кринжа. А второй доигрался, судя по всему. Вот у меня есть рация. Да, давай, пойдем в магаз заграбим. Пойдем, иди. Зачем? Подумай о мэре. Подумай о мэре. Не, мэр потом. Сначала ларек ограбим. Сильнейшие мира сего предстают прямо перед вашими глазами. Ну, сначала ларек с пивом и семками. Давайте готовимся, перезаряжаемся. Так, это важное дело, ларек с семками. Умер от кринжа, походу. Охранник, тут человек умер, ему плохо. В лифте. Идите, помогите ему. Что вам нужно? Там человеку плохо, помогите, пожалуйста, мы ж не доктора. Вы охрана, вас учили, первая помощь. Возьмите подорожник. Да ты рофли, что ли, что я с ним сделаю? Да граната-то зачем? Нафиг мне минералка, я не понял. А можно мне, пожалуйста, волыну за 4 монетки? Сюда. Ой, вот, тут человеку плохо. Чего все сюда вообще пришли? Так, а теперь вы делаете то, что я скажу, или те жопа? Пошел сюда, за мной. Давай, иди вперед, или выстрелю. Слышь, охранник, я его сейчас пристрелю. Выходи, или я его застрелю. А, блин, о, урод. У меня есть таблетки, лови. Давай. Зараза. Отстаньте от меня. А ну бабки сюда, быстро, бабки, деньги. У нас зарплата еще меньше, чем у тебя, знай. Оружие на пол, нафиг. Ты не волнуйся, мне ни хрена нет. Охрана, открой дверь. Ой, блин. Это вообще дерьмо, дамажит или нет? Я попытаюсь, сейчас деньги. Сука, оно холостое. В очередь встал! Ты чё, гном? Я тебе сейчас пристрелю, гном! Тетю Зину не убить! Это что, холостой пистолет? Это холостой, походу! Слышь, вот это проблема, блин! Это холостой пистолет! Холостой пистолет! Сука! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно!